Нет, я считаю, что Олимпиада в Сочи – это здорово, это, я бы даже сказал, круто, это необходимо для страны. И несмотря на, опять же, вложения, однозначно это громадный мировой резонанс. А я уверен, что несмотря на вот эти проблемы с факелом, которые, к сожалению, случаются, ну, может быть, по-нашему, чуть по-русски, Олимпиада, она должна мощно пройти. И, наконец, во всем мире узнают все-таки, что такое Сочи, что у нас тоже есть такой шикарный, потрясающий курорт. Вот. А тут, конечно, трудно делать какие-то прогнозы, потому что, ну, давайте вспомним храм Христа Спасителя, который было тоже много дискуссий различных, нужны ли эти вложения, а надо были деньги послать по-другому. Но на сегодняшний день все, я думаю, многие знают, да, то есть у нас в центре нашей столицы стоит действительно православный храм Христа Спасителя. И честь, хвала, так сказать, тем, кто его, в общем-то, воссоздал. Вот, поэтому я думаю, что через годы миллионы туристов иностранных в Сочи, они будут вспоминать эту Олимпиаду как одно из больших серьезных событий.